Михаила Саакашвили доставили обратно в ростовскую тюрьму экс-президента Грузии и перевезли туда из госпиталя Гори, где тот проходил лечение с конца ноября. Ранее приговоренный к 3 и 6 годам лишения свободы, Саакашвили объявил голодовку, так как считает себя политзаключенным. Она продлилась 50 дней. Адвокаты политика утверждают, что он находится в тяжелом состоянии.